Лето заканчивается, но это не значит, что заканчивается все самое интересное. В сентябре в Максима парк точно не будет скучно. Каждый найдет себе что-нибудь интересное от любителя до профессионала. С 12 по 15 сентября пройдет выставка «Конная Россия», а также «Дни спортивного конезаводства». С каждым годом данная выставка привлекает к себе все больше спортсменов и любителей конного спорта. В этом году мы ожидаем еще больше международных гостей. «Конная Россия» – самое большое и поистине уникальное место встречи профессиональных спортсменов, лидеров конного бизнеса и любителей лошадей в России. В эти же даты в Максима парк пройдут турниры по трем олимпийским дисциплинам – конкуру, выездке и троеборью. Кубок Кюров – соревнования по выездке – станет поистине зрелищным событием, собственно, как и подмосковные вечера – соревнования по конкуру. Оба турнира пройдут в свете софитов после захода солнца. И премьера сезона – Кубок Максима парк по троеборью. Мы впервые готовимся принять у себя соревнования по данной дисциплине и готовы провести их на высшем уровне. Призовой фонд соревнований по троеборью составит 1 миллион рублей. В программе зачеты для детей, юношей и взрослых по программам «Одной и две звезды». Заявляйтесь, приезжайте и побеждайте в Максима парк. С 19 по 22 сентября пройдут соревнования по конкуру и выездке, турниры «Кубок будущего», а также этап Кубка Гефест и «Максима Мастерс». В рамках данных соревнований пройдут и международные турниры для детей, юношей и юниоров. Именитые судьи, призовой фонд. И не забывайте про приз в финале Кубка «Максима Парк» от наших партнеров «Dynamic Saddles». Дорогие друзья, подавайте заявки и участвуйте в турнирах «Максима Парк».